В Таразе неожиданно аскетично решили отпраздновать Новый год. На скромные 19 миллионов тенге власти закупили две елки, украшения и немного гирлянд. По словам чиновников, все ради экономии бюджета. Мы за счет бюджета вот этих пышных оформлений города я не планирую. В городе есть более насущные проблемы, есть проблемы, которые ждут своей очереди годами. То есть вопрос эффективного использования бюджетных средств. Впрочем, выделить деньги все равно пришлось. Все потому, что прежняя главная ель города сгорела в прошлую новогоднюю ночь. От нее остался только каркас, которому за 19 миллионов прикупили ветки, мишуру и игрушки. На эти же деньги вокруг центральной красавицы установили пару локаций для любителей селфи. Точно такая же ель, но поменьше и с цифрами, красуется в парке первого президента. Но даже такой, казалось бы, скромный облик города жителям Тараза для хорошего настроения не помеха. Мне кажется, в этом тоже прелесть. Во-первых, гирлянды – это расход народных денег, налогов наших. Просто на 3-4 дня выкинул народ. Конечно, это празднично, конечно, мы привыкли к этому. Но я считаю, что сейчас более экономно, более рачительно к этому относятся. Не знаю, или, может быть, остережение прошлогодних событий, внутри не хочется это все. Мне кажется, праздник, люди должны сердцем чувствовать.